Всемирная организация здравоохранения обещает помочь Европе в проблеме с мигрантами. Беженцам планируют предоставлять должную медицинскую помощь. ВОЗ готова сотрудничать с правительствами стран ЕС, чтобы разработать для этого наилучшие схемы. Здоровье – это право любого человека, но все страны разные. Вам нужно действовать в рамках своего законодательства. ВОЗ поддерживает правительство в том, чтобы они разработали хорошие пакеты по здравоохранению, чтобы мигранты могли оставаться здоровыми. Глава ВОЗ выступила на открытии двухдневного Всемирного саммита здравоохранения в Берлине. Миграционный кризис в Европе на повестке дня наряду с Эболой, цифровой революцией в сфере здравоохранения и изменением климата. Маргарет Чен поощрила Германию за хорошее обращение с мигрантами. Я знаю, что здесь, в Германии, вы очень щедрые. Вы требуете, чтобы беженцев размещали в соответствующих местах и кормили 3 раза в день. Специалисты отмечают, что в предоставлении медицинской помощи беженцам должен участвовать и частный сектор. Болезни у мигрантов такие же, как у большинства людей, и лечат их теми же способами. Но врачам все же потребуются дополнительные знания. Нам нужны люди, которые знают культуру мигрантов и их психологические проблемы. Понимание проблем – это важный момент, и в этом нам, конечно же, нужна помощь, потому что к такому мы не подготовлены. Нам нужно стать более дальновидными. В этом году через Средиземное море в Европу прибыли 428 тысяч человек. При этом почти 3 тысячи погибли в пути. Большинство беженцев из захваченных войнами и конфликтами Сирии, Афганистана и Ирака.